Ну, о новой программе, которая будет показана. Ну, я вам хочу сказать, что таких больших сюрпризов, как бы, ну, нет, почти нет, большой есть сюрприз. Есть сюрприз, потому что мы вот были в Сасово, Рязанской губернии. Там был фестиваль Аверкина, здесь композитор был такой, много песен написал. Вот, и мы там познакомились тоже с известным композитором, народный артист, он с СССР, лауреат всевозможных премий, Олег Иванов. Я, к сожалению, своему стыду, я не знал, что он Иванов, в смысле, я знал, что он что-то, вот, песни написал такие красивые, как «Олеся», там «Печки-лавочки», вот этот вот молодежный, который вот, в общем, короче, про студента, которого все там это, из козы у него что-то там, слона рога из этого там это. Вот. Вот он ее тоже написал, представляете? А вот мы познакомились с ним, он говорит, я Иванов. Я хотел сказать, я Суганяк. Но он видит, что в глазах моих ничего. Я говорю, ну и композитор. Еще хуже стало. Говорю, что ж такое? Никак не узнаю. Он, ну, Олесь написал. Говорю, ну, слава тебе, Господи. Вот. Вот мы с ним в очень хороших отношениях. Так получилось, что вот он нас как бы не то, что полюбил, но вот соизвел. Он просто предложил нам свои песни, которые вот они... Она у него лет 7 была, наверное, написана. Он ее исполнял сольно, она эстрадная. А он сказал, он услышал наши вот песни, обработки. Он говорит, я столько песен знаю, тех, которых вы исполняете. Он говорит, я первый раз слышу таких вот, таких обработок. И решил нам вот подарить вот эту песню, чтобы мы ее переделали немножко. Вот мы ее немножко переделали. Я ему, кстати, звонил, ему очень понравилось. Поэтому, естественно, пригласили его на этот фестиваль, как бы мы тоже будем эту песню исполнять. Человек, он значимый, по-моему, будет всем, и всем будет приятнее узнать, что увидеть человека, вот все знают песню «Олеся», все ее любят, да, они видели ни разу этого человека, кто ее сочинил, представляете? Это будет еще такой сюрприз большой, мне кажется, жителям нашей Пензы и Пензенской области, и гостям тоже, кстати. А как песня называется, которую вы представляете? «Казачья», вот так вот. Как выстрел, помните, как генерал, забыл его фамилию, вот, в национальных охотах, вот, тост должен быть как выстрел. Ну, за здоровье. Это получается, только будет касаться песен Иванова, да? Вот, нет, нет, еще? Это вот мы, как бы, понимаете, вот, сложность в том, что она песня-то, вы не можете себе представить, как это было нам, ну, так скажем, не то, что, ну, нелегко было ее сделать вот, под нас, под такую вот, потому что... Ну, с эстрадной песней вообще трудно бороться, как бы, вот, поэтому, но мы боремся. Поэтому она будет одна, но это как бы такой аванс, что ли, нам, для того, чтобы мы дальше продолжили этот творческий путь, потому что, я так думаю, если мы с ним начнем творческий путь, не побоюсь этого слова, мы вот встаем в реестр таких исполнителей, как Сябры, Песняры, Маки, да, вот, все-таки приятно. Он для них писал уже все эти песни и пишет.